Размова об традиционных каштовностях регулирования цены харчовой безопасности. Министр антимонопольного регулирования и гандлю Республики Беларусь Алексей Богданов наведал Шкловский район. Працовный визит прошел в рамках «Одинного дня информования». Уже традиционной темой «Одинного дня информования» стало семейное выхование как основа мощной державы. На этой встрече удельники обмерковали, как не только створить, але и заховать теплые отношения дома, и те можно совмещать карьеру и семейное житие. Мне семья очень сильно помогает в жизни. Поскольку как бы ни было тяжело на работе, ты всегда, какие бы сложные задачи ни стояли, ты всегда чувствуешь и понимаешь, что у тебя дома ждут твоя вторая половинка, дети, то есть твоя семья. Это всегда есть теплота, к которой ты стремишься вернуться. И именно это чувство любви, чувство теплоты и заботы, оно всегда помогает решать самые сложнейшие государственные задачи. Подчас встречи работники райспожилтоварыства обмерковывали разные хвалюющие питания. Одно из них – ценоутворение. Бо одна из складающих мощной экономики державы – это харчовая безпека. Нагадаем, у кастрычнику 2022 года была принята постанова Совета министров номер 713 об системе регулирования кошту. А пошнее изменение в документе закрануло регулирование цены на плодоогороднинную продукцию. Мы работаем сегодня над разработкой новой модели ценового регулирования, которая будет предполагать существенные изменения в подходах, но вместе с тем нам необходимо обеспечить две главные задачи. Первое – это справедливое ценообразование и управляемость ценой, а второе – это, конечно, обеспечивать удержание инфляции в установленных параметрах. На проконце працовного визита у школу Алексей Богданов наведал гандлевые объекты города, где ознакомился с ассортиментом товаров и его ценоутворением. Карина Немцева, Юра Власцов, новини региона.